Весеннее тепло, которым удивила первая неделя февраля, отступать не намерено. В выходные североатлантический атмосферный фронт закроет небо облаками и пройдет кратковременный снег. В ночные часы в городе до -2, -4 градусов, по области от -1 до -6. А днем столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки. Это в городе по области от -3 до +2 градусов. Ночь на воскресенье уходящий циклон местами подарит обильные осадки в виде снега. Ветер будет северо-западным. Ночью ожидается заморозки, а вот днем вступит в силу антициклон. Ожидается солнечная и сухая погода. Температура в дневные часы будет колебаться в городе от 0 до -2 градусов, по области 0-5. Вот к вечеру, как я сказал, пойдет небольшой снег. Что ж, такой пробный вариант весны дарит нижегородцам возможность в выходные погреться под первым солнышком.